17 минут. Подает его Лионель Месси. Лучший игрок Европы прошлого сезона. Удар. Серхио Бускетса. Не выиграл здесь позицию Бускетс. И пробил в перекладину. Мусаки не доглядел за Бускетс. Вот, смотрите, на дальнюю. Оп. В межсезонье сбивал блестящие мячи. Вот сейчас он с мячом. Ну, бей! Я же говорю, бей! Не зря я начал про него рассказ. Что-то долго думал, Тиаго Алькантра, бить ему или не бить. Мяч был под левой ногой. С Лихтенштейном, по-моему, испанцы играют официальную встречу. Там Тиаго вполне может быть заигран. Тогда уже никаких вопросов не будет, за какую сборную он будет играть. Потому что бразильцы на него имели определенные также виды. Вспоминая, какие корни у Борха Валера. Месси. Да. Ну что тут скажешь? Хорошее приобретение сделала Барселона. Очень хорошее. Не зря они так друг друга хотели. Такими-то партнерами. В Англии, где более интенсивный, динамичный футбол. Так ты не разгуляешься. А здесь эти. Гектар свободного пространства. В коридорчик передачу получил. От вратаря спокойно ушел и в пустые покатил. Ну, радость, просто песня. Да еще и дома. 2-0. И это все так легко, да, это сынок Пинто, запасной голкипер Барселоны. Об этом чуть позже. Алексис Санчес может забить свой первый гол за Барселону. Он это делает. 3-0 Барселона. Снимает майку Алексис Санчес. Ух, какой торсище-то у Алексис Санчеса, а. Ему бы в стриптизе у шеста танцевать. Вид Вилья. Кто сделал голевую передачу? Тиаго Алькантара ее сделал. Как не пытался накрыть Олег Гонсало, явно не успевал. Кстати, Александр успел повертеть головой, посмотреть, где вратарь, и аккуратненько. Алексис Санчес. Месси четвертый забьет, да. Забил с правой ноги, забил Лионель Месси. Смотрите, как мячи легко забивает Барселона. Передачу сделал. А, ну и это сделал Иньеста. Тренировки. Я думаю, что игрокам Барселоны в двухсторонних матчах сложнее. 1-0, тогда, если не ошибаюсь, Тиаго Алькантара забил гол. Вот сейчас может забить еще, только уже в другой игре. 5-0. Манита, манита. Ну, Алькантара просто бизон, а. Каких игроков все-таки Кантера Барселоны воспитывает? Паузу сделал, между ног Ореолю покатил. Чуть был не в больницу, конечно, Месси отправился к передаче, но по-другому было сыграть нельзя. Месси и мяч отправил в ворота, и сам за линию ворот улетел. Знаете, когда вот бывает в американском футболе, тачдаун делают, вот таким красивым пируэтом туда за зачетную линию падают. Ну, вот сейчас...